Это у нас продолжение идет второго видео отчета. Мы еще многое не сказали, забыли записать. Так вот, насчет сна, мы говорили, что он начал после первого сеанса, он начал рано ложиться спать, как положено, в 10-11 вечера сейчас. Это также продолжается. Еще плюс он начал спать еще и днем. Появился дневной сон, то есть он днем поспит, еще и встанет, поиграет, и как положено, 10-11 опять ложится. Потом еще в центре мы вот, честно сказать, мы эти 3 месяца никуда не ходили вообще, никакие центры не посещали, мы занимались только с Давидом. Почему ходили? Нет, 3 месяца этих. Мы только ходили по больницам, с диагнозом возились, с анализами. В общем, и вот эти вот, все, что мы сейчас говорим, это все произошло вот только благодаря занятиям с Давидом. Потом, вот мы недавно только начали ходить, недели две уже, в центре, и там отметили, что просто шикарные улучшения у нас, просто колоссальные. Даже вот спрашивали, что вы делали такого, чтобы прям до такой степени у него пошли сдвиги большие. Потом, и также психолог наш отметила, что тоже он зашел, сынок, и она так смотрела на него долго, говорит, совсем другой ребенок, совершенно нормальный ребенок. Как бы, ну, типа, аутизмом даже не пахнет, как бы сказать. И отметила, что и я тоже изменилась, спокойная такая стала. Раньше, говорит, нервничали. И вот, и насчет меня вообще и по-женски, и вообще со здоровьем у меня не только по-женски, у меня улучшения пошли. Потом насчет того, что Ахан замечает машины сейчас сам по себе, это у него само по себе пошло. Вдруг заметил он наконец впервые, что едет машина, стал за обочину. И это сказал, стой, машина. И вот с тех пор, уже сколько месяцев, получается, он всегда, когда переходит дорогу, смотрит влево-вправо, потом быстренько перебегает, даже правила светофора уже знает. Переходы дороги, он меня сам сейчас останавливает. Красный, стой, говорит. И вот. По поводу химии, да? Я еще сейчас, кстати, на площадке я могу его спокойно оставить сейчас, там куда-нибудь сходить в магазин или домой зайти там. Ну, то есть сейчас вообще об этом даже не беспокоюсь, что он может убежать куда-то, как обычно. И это один раз вообще я очень далеко, даже можно сказать, от дома. У нас остановка находится, я его далеко оставила, он там захотел играться. У меня пакеты были, я вынуждена была идти домой. Пока побежала, принесла пакеты, обратно вышла, я смотрю, он уже идет за мной. Я быстренько забежала в подъезд обратно, стояла, ждала, слышу, он уже домофон набирает. То есть, получается, он уже знает, где наш дом, он спокойно может поиграться и вернуться. Потом, так, что еще? По поводу химии, давай скажем. Да, да, вот наше мнение по поводу того, просто намного на многих форумах пишут, якобы просят совета, да, там обмениваются мнениями по поводу химии. Просто многие люди пользуются этим. То есть вот эти всякие препараты, да. Мы советуем этого не делать. Ну, это наше мнение. Мы просто и не пользовались ими. Мы думаем, что химия, она влияет. Ну, она временно как-то помогает, но потом все равно последствия будут, это надо понимать. Ну, химия, она и есть химия. Метод Давида основывается на лечении именно на... Просто не стоит как бы ждать от кого-то, откуда-то помощи, надеяться, что это поможет, надеяться, что не будет. Но это продолжение в следующем видео. Просто это все зависит только от родителей самих. Угу.